Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, Эзератул, и с вами, по-моему, девятая серия прохождения игры под названием YouTubers Life. И, собственно, пока у нас это стоит на паузе, немножечко расскажу. В прошлой серии, как вы помните, мы немножечко не уложились в бюджет, и потому пришлось нам откатиться на уровень назад. Вне записи я поиграл, вне записи я обратно докачался до этой квартирки. И вот мы в этой самой новой квартире. У нас есть помощник, которого я вне записи обучил на базовый уровень всех возможных специальностей, по-моему. Вот. И, собственно, у нас пока еще нет второго компьютера, который был в предыдущей серии, но я думаю, он появится. Думаю, он появится, и давай думать, что, как, зачем и почему. И самое главное, не забывать, что нам к оплате нужно всегда сколько? Правильно, $380. Поэтому теперь у нас все особенно жестко. Значит, выбираем игру и погнали дальше снимать видосики. У меня тут есть какие-то игры, вроде бы даже интересные, и окей. Так, мутим. Мутим, что-то мутим. И, кстати говоря, у меня компьютер слабый, потому что вне записи я его не докачал до того состояния, которое было у меня до этого. А что у нас здесь такое? Почему вот этот вот мистер, вернее, дамочка сидит за моим компьютером и ничего не делает? Клево, да? Они просто берут и занимают мой компьютер. Давай. Рули процессом. А еще, кстати, прикиньте, я узнал, что можно было не тратить бабки на еду, потому что оказывается, можно жрякать на халяву из холодоса, но это просто долго. Но я вам это покажу, надеюсь, это покажу. А потом мы пойдем работать продавцом. Пока что ускоряем. Наш тут этот мистер. Или наша? Наверное, наша. Или наш. Блин, непонятно. Ну вот, ребят. Как вы думаете? Ну, похоже на девчулю, да? Ну, будем считать ее девчулей. А, собственно. Оп, показать результат-то забыл. Публикуем. Топаем сейчас наработку. Так, запись пошла. Вроде бы пошла. Пришли с работки. Мутим новую игрулю. Можно теперь мутить уже геймплау. Геймплау, конечно же, мы мутим геймплау. Автоматически. Денежек у нас хватает. Можно... Даже не знаю. Можно замутить совместное видео. А, только этого нельзя делать. Подожди, я таки понял. Нельзя делать видео, не закончив предыдущее. Иначе ты прерываешь предыдущее видео. Поэтому он сейчас мутит нам видосик. Мы это делаем все в ускоренном режиме. Ты, в принципе, мог бы пройти пока курс. Но да ладно, только что с магазина. Ну, тоже такое себе. Может быть, намутить для этой дамочки какой-нибудь курс, а? Ну вот монтаж или съемка. Или актерская игра. Актерская игра тоже было бы неплохо. Давай актерскую игру ей замутим. Пускай она... И как это понимать? $200 списали, а курс не начали? А, фух. Я уже испугался. Так, показываем результат. Публикуем. Теперь... Совместное видео. Так, она не хочет делать совместное видео. А этот мистер у нас не закончит, я так понимаю, да? Вернее, пока не закончит, ничем не может заниматься. То есть я не могу поставить ему паузу, как, например, я ее делаю самому себе. Это печально. Ну да ладно. Не забываем твитить. И вот настал момент, когда можно будет еще и поесть. Пойдешь ли со мной в кино? Нет. Не пойду. У меня работа, непочатый край. Вот, короче, прикинь, оказывается, можно было хлеб и воду есть.
и не тратить деньги. А я все это время тратил деньги. Видишь, восстанавливать немножко, ну а нам-то что, на халяву это же дают. На халяву же дают, какой смысл париться. А я все это время... О, кстати, хлебные обжоры, а вам видно? А вам видно. Прикинь, а я все это время, короче, тратил вот. Так, посмотреть курс, ты у нас там апнулся в каком-то вопросе. Молодец. Теперь новое видео по игре. А это делается не так, кстати говоря. Это, по-моему, нужно нам ждать, когда придет наш работничек. Тогда ладно, 75 продавец, топаем работать. $360 сейчас как с куста снимут. Мы с работы придем и с нашим помощником замутим видос. Еще я, кстати, выяснил, что вне записи, ой, вернее, вне... Короче, когда я выхожу из дома, вот, когда я выхожу из дома, помощник ничего не делает. Так, кооперативчик, мутим. Мутим, 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 кооперативчик. Ага, автоматически кооперативчик записывать нельзя, чтобы вы понимали. Карточки я купил плюс-минус те же самые, но там, я так понимаю, есть нотка рандомности, поэтому что-то все-таки не попалось то же самое. Или я просто купил больше. Так, вы начали запись. Ну, конечно же, лого 3D. О, можно было красавчика добавить. Загрузочный экран. Эмоции через край. Я жду эту игру вместе со своей подругой. Вы решили головоломку. Ну так убийственный взгляд, ну а чё? Время до начала игры. Чего? Чего? Какое время? До какой игры? До какого начала? Вы застряли и начали нажимать все кнопки. Смешная критика. А-ла-ла-ла-ла-ла. Я жму все кнопки. Итоги игры. Смешной комментарий. Вы нашли пасхалку. Троллинг. Главное меню. Ну, типа... Не знаю, надо подумать. Вы собираетесь приостановить запись. Все, музыкальная концовка. Вот, кстати, то, чего не было в предыдущих вариантах, это музыкальная концовка. Теперь надо редактировать. Давай-ка редактировать. Ой. Ладно. Так, зыркаем, что тут предлагают. Угу. Во-первых, что нужно понять, что вот это должно быть. Хотя, кстати, а стоит ли? Ну ладно, давай разбираться. Значит, у нас есть вариант. Вот такой вариант, и он будет идеален. Хоп. Дальше вот так. Хоп. Дальше вот так. Хоп. Компьютер, кстати, сломался, вы заметили? Я бы даже сказал. Подожди. У меня где-то здесь идеально вписывалось, а сейчас я потерял это место или что? Я что-то провтыкал момент. Мне нужно на две вниз. Вот так. Ладно. И у нас не хватает... Да все хватает, в принципе. А нельзя концовочку пихнуть? Никак, да? Тогда название, мягкий фокус, фоновая музыка, темный переход. Все обрабатываем, принимаем, публикуем. У меня сюрприз, так... О, можно только заменить. Вот это вот нехорошие новости. Нужно подождать, пока это видео не загрузится. Блин. Тогда ждем. Так, доску с шахматами. Ты кто такой будешь? Привет, хочу сделать видео того, как я играю, но не знаю, как его записать. Запиши для меня. Хорошо. Принять. Блин, ну прикиньте, нужно только заменять за $200. Проблема в том, что... Ну, придется потерпеть. Придется потерпеть, потому что... А что терпеть? Нужно купить... Но мы терпим до 1-го числа. Пусть у меня спишутся деньги за месяц. Вот. И теперь со спокойной душой я могу уже делать что угодно.
сейчас спим. Ты кто такая будешь? Нет, ни до каких там, ни до тусовок мне. Так, покупка. И нам нужно улучшить наш компьютер. А для этого, черт подери, нужно еще денег. А это означает что? Это означает, что мы идем работать. Работать за 65 бачей. И это будет $489, что, в принципе, кстати, хватит для того, чтобы заменить этот компьютер. Почему я его хочу заменить? Да потому что тогда он не будет сломанным, скорее всего. А на новом компьютере уже замутим два видео, за которые нам накинут доллары. Так, вот, 485. Соответственно, его ремонтировать сейчас будет не надо, а пока его там везут, мы едим. Вот, а теперь мутим видос, за который нам проплатили бабки. Нанять. Подписать. Я чуть не провтыкал, да? Можно навеки вечные тебя? Блин, прикиньте, я чуть не это самое. А все, она ушла, что ли? Блин, да ты шутишь. Подожди, как ее нанять-то? Я провтыкал, я ее не нанял заново. Так, ладно. Новое видео. Вот это вот сейчас был косяк. Я же ее обучил всему. В смысле купить консоль? Ты шутишь? Хоной... Писпи. Писпи, Хоной Писпи. Сколько стоит Хоной Писпи? Блин, 80 бачей. Ну ладно, новое видео по игре. А другие какие-нибудь игры за бабки мне предлагали? Мне же вроде два контракта предложили, не? Блин, ну покупать консоль это, конечно, интересный вариант, но нет. Ага, еще и поработать не... Да тихо. Не... Кем? Дальше записываем тогда вот эту вот игрулю, записываем геймплау. И вот мне понять нужно... Как быть-то? Как быть-то с помощником-то моим? Я что-то не въехал. Я, получается, провтыкал, и она все. И она просто взяла и кинула меня. Я ее обучил всякому разному. И как вот быть теперь? Где искать помощников-то? А может быть через мобилку, через друзей? А, вот, Измаэль. Пригласить, общаться. Вы пригласить. Нанять помощника. Вот. А чё мы так долго делаем? Я дико извиняюсь. Видос, что ли, мутим? А, ну да. Так, у нас 4 число. А нам нужно заработать 360 бачей, чтобы вы понимали. Так, Измаэль теперь помощник. Сдержанные комментарии. Теперь выбрать игру. Нет, создать видео. Вот, она пусть мутит игру. На геймплей пусть мутит. Вечер добрый, зайка, я только что с магазином. Окей. Так, тут все автоматически. Ты только что с магазина, а я иду работать. Младшим разработчиком. Так, $140 мне должно прийти будет сейчас за предыдущий видос. Да, так и вышло. Куча-куча подписчиков. А это что такое? Это что за дата? Правильно ли я понимаю, что я опять не успел? Но вариантов нет, я очень хочу спать.
Вижу, видео не сделано. А, господи, я уж испугался. Я думал, это за квартиру оплата. Ну, к черту твое видео, у меня нет консоли для этого видео. Кстати, консоль-то надо на всякий случай на будущее прикупить. Вообще надо все консоли скупить, которые только можно. Так, едим хлебушек. Ты показываешь результаты и публикуешь. Дальше создаешь видео. Все по той же игре, других-то игр пока не... я тебя понял. А чё-то дела у нас очень туго идут, давай вот по этой игре. Так, автоматически, далее. Хаваем хлеб. Хаваем хлеб. Дальше. Дальше. Нам нужно работать. Работать за максимальную сумму. После этого нам нужно обучать нашего стажера. Я так понимаю, мои видео от стажера не нравятся, потому что стажер слишком стажер. Это печально. Еще мне непонятно, вот какая вещь. А как сделать так, чтобы у меня появился второй компьютер? В прошлый раз он как-то сам сюжетно появился. А как его теперь-то докупить? Я что-то не в курсе. Что-то мне не предлагает альтернативных вариантов. Ладно. Так, идем работать. 55 бачей. Что ты скажешь еще? Надо как-то деньги зарабатывать, пока наш стажер тут рулит процессом. Так, немножечко бачей заработали. Идем спать. Привет, Дмитрий, я тебя просто обожаю. Хочу сказать, что ты душка, и твои видео просто великолепны. О-хо-хо, здорово. После разговора с этим фанатом вы поняли, что это был телефонный розыгрыш. Некоторые подписчики больше вас не уважают, и они отписались. Век живи, век учись. Ну я что знал? Ну я что знал, что он потом это на YouTube выложит? И скажет, что я ЧСВ-стример зажрался. Только и любит, когда его хвалят. Хы-хы-хы. Так, что я хотел еще? Выберите игру. Нам нужна игра. Вот что я хотел еще. Отправиться за покупками. Нам однозначно нужна новая игра. У нас совершенно ничего нету. Работа на одном компьютере с помощником была не самым лучшим решением, поэтому я решил, что пора купить еще один компьютер. Вот, аллилуйя, чтобы мы могли делать видео одновременно. Это подождет пока. Нам нужна какая-то ультра... Нам нужен Call of Fury, ребят. Или Legend of the Boxing. Вот, давай. Legend of the Boxing. Совместное видео. А, у меня еще нет этой игры, да? Мило. Давай коробочка. Так, теперь совместное видео. Вообще, конечно, по-хорошему нужно для нее сделать превью, но... Хотя, блин, вон тут даже лайк. Не, давай кооперативчик прям, вот сходу кооперативчик. Сходу кооперативчик, начало записи. Потом превьюшку замутим. Да, вот так вот получается у нас, не очень логично. Так, красавчик. Я вообще красавчик. Просто лучший. Лучший из лучших. Итоги игры. Эмоции через край. Игра зависла. Разочарование. Это так грустно, когда виснет игра. Дорогие мои зрители. Время до начала игры. Так надо подумать. Надо подумать, что мы делать-то будем. Что мы будем делать дальше? Мы получили достижение. Троллить всех за то, что у них нет такого достижения. Конечно. А, монтаж! Там была карточка монтажа. Вступительный ролик. VR. Какая-то штучка крутая. Смотри, что. Вы нашли пасхалку. Чмоки. Ребята, чмоки вам. Главное меню. Смешные комментарии. Слишком мало юмора у нас в этом видосе. Вы собираетесь приостановить запись? Музыкальная концовка.
Так, а сейчас будем мантититировать. Мантититировать сейчас будем. А для этого нам нужно что? Вот это вот сюда. Ух ты! Тут оказывается все так сложно. Так. И тут внезапно появились проблемки. Ну вот так, допустим. Допустим, вот так. А как мы это-то вот соединим? Никак? А что-то вариантов вообще нет соединить вот эти клеточки. Ну и пофигу. Публикуем. Я думаю, что делаешь, работаю. 12 число. Давай обычный ПК. Отлично, компьютер готов для работы с видео. Отлично. Все можно делать. Конечно, немного устаревший, но потом мы можем модернизировать. Два компьютера. Бежим. Стоп. Перед тем, как мы пойдем работать, где мой этот самый? Вот. Создать видео. Вот по этой хрени мути превью. Автоматически. А я пойду работать. Работать за 45 бачей, ибо вариантов нет, а деньги нужны. Так, женушка пошла на второй компьютер, я правильно понимаю? Прекрасно. Теперь хотя бы одна женщина в моей квартире занимает не мой главный компьютер. Дальше мы идем жрать 4 раза. Как раз хватает до фул восстановления. Дальше сдержанный комментарий уже не убирается в очередность. Так, едим хлебушек. Так, создай видео, пожалуйста. Видео по этой игре, геймплей. Молодец, автоматически. Блин, как все реально упрощается с этим помощником. Она может что-то там делать, а я работаю. Получается, мы в минус не уходим, потому что я работаю. Это прекрасные новости для меня. Это во-первых. А во-вторых, я что-то капец как много жру. Ну, в смысле, уже третий день жру и все не дожру. Продавцом. Идем работать продавцом. А чё ты пыхтишь-то наверху, компьютер второй? Алло. Алло. Вот сейчас было непонятно. А вот сейчас было непонятно. А как тогда настроить компьютер-то? Здравствуйте, Дмитрий. Я представитель Никасофт. Ваше расписание позволяет посетить мероприятие? Блин, придется, потому что у меня... Короче, грустинка. Ты кто? Пойдешь сегодня со мной в кино? Не пойду. Идем наверх, и нужно понять, чего вот эта вот женщина пихтела. Нам нужно, чтобы она пихтела на втором этаже. Ну. Улучшить новое видео. Привет, у меня для тебя сюрприз. Это прекрасные новости. О, мне подарили монополию. Так, показать результат. Опубликуй. Создать видео. Вот по этой игре геймплей. А можно на другой-то компьютер выбрать? Я вот что-то не понимаю. Ну смотри, вариантов не дают. Типа только этот компьютер почему-то. А это вот странно, я бы сказал. Почему они все садятся за этот комп? Хотя жена вон вроде идет наверх. Что-то я не догоняю, короче. Ну а пока я не догоняю, я иду работать. Дальше. Нам нужно потихонечку зарабатывать бабок. На что? Правильно, на курсы. На курсы, чтобы у меня были... Ой, забыл, кстати, твитнуть пару раз какую-нибудь хрень. Так, мы идем спатеньки, я так понимаю.
ты показываешь результат, ее публикуешь. Вы получили сообщение от YouTube. Ваше последнее видео нарушает лицензионное соглашение, не будет оплачиваться. Удалить. А, разочарование подписчиков минус 10. Ты что натворила, мать? Алло, помощник косячит, ребят. Она какую-то хрень записала запрещенную. Небось, музычку вставила с авторским правом. Тьфу ты. В смысле занято? Я не понимаю, но компьютера-то два. Как выбрать компьютер? А, я понял, как, наверное. А, и чего? Погоди, а покажи мне помощницу-то. Тут, короче, ничего не понятно. Наверное, нужно помощнице сесть за тот компьютер. И тогда она сможет на нем что-то там мутить. Карточки, кстати, стали доступны. Тут каля-маля про новую игру. Сейчас нам тут расскажут что-нибудь интересное, надеюсь. Ах, опять какую-то приставку надо покупать, чтобы играть на этой игре. А есть что пожрать у вас, ребят? Жрать охота. Опять игра за 50 бачей. Блин, что так дорого? Все, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, я ухожу, давай. Сейчас быстренько со всеми поговорим, нахватаем заказиков по 200 бачей и, как говорится, пора и че... Это что у него такое в голове? Господи, я уж думал, это какой-то пёсель. Ставь лайк, если тебе тоже показалось, что у этой девочки в башке какой-то пёсель. Записать интервью, кстати. У меня же появился новый формат видео. Вы начинаете записывать интервью. Этот формат появился у меня вне записи. Мне просто сказали, у тебя новые видео и все. Респондент не может удержаться от смеха. Смешной комментарий. Ха-ха-ха-ха-ха, как он смешно смеется. Ха-ха-ха. Простите. Вы получаете неприятный ответ. Смешная критика. Ха-ха-ха-ха, меня обосрали. На заднем плане кто-то кричит. Не знаю, что это, но пусть будет основной игрок. Я не знаю, что это такое. Человек, которого вы берете интервью, пытается вас ударить. Когда вас пытаются бить, сделайте два шага назад. Может быть, враг не попадет. А респондент отвечает, что ему хочется. Эмоции через край. У тебя правда такие искренние желания? Респондент отвечает на длинный вопрос простым нет. Обычная критика. Ну, как всегда, как всегда. У респондента выключен микрофон. Техническое замечание. Алло, вруби микро, ни хрена не слышно, ну. И к тебе кто-то трется. Вы прощаетесь, чтобы закончить. Ну и все как бы. До свидания. До свидания. Займусь им, когда приду домой. Отлично, теперь надо поговорить и попросить игру. Давай, обрабатываем ее по полной. Так, игру получили, все, сваливаем. Давай, давай, товарищ Дмитрий. Тут есть еще с кем стоило бы поговорить? А что-то, кстати, на этот раз нету никаких заказиков на 200-300 бачей. Ну и хрен с ним тогда. Так, сваливаем. Дальше приходим, доделываем видос и твитим. Так, мы что-то там надеемся. Доделываем это видео. А, вон оно, что станция. Вот как настраивается. Станция 1, станция 2. Я понял. А что за музыка такая? Неплохая музыка, кстати. Так, карточки, карточки, карточки. 600 харизми. 60 харизми тратить есть куда.
Профессионал с VR. Так, ты создай видео. Так получается, она может мутить видео. Это я просто тупой. Ну все как обычно, в принципе. Так, геймплей, продолжить. Станция 2. Автоматически далее. Короче, все, я научился. А я думаю, как же выбирать эти чертовы компьютеры. Но теперь все стало ясно, все стало на свои места. Это означает, что нам нужно обновлять и тот компьютер, а денег вообще не хватает. Нам нужно 380 к 30 числу. И вообще ускоряемся. Но мы зато теперь не тратимся на жрачку. Кто-то взломал учетную запись твоей соцсети. Правильно, я. Хочешь его восстановить, заплати мне $100. Ни за что. Блин, минус 10% подписчиков. Вот же ж черт. Ну извините, бабок нет. Так, результат. Публикуем. Работать. 75 не хватает жрачки. Тогда 4 раза есть. Я дома что делаешь? Жру. Кстати говоря, то в жизни так бы и было, наверное. Так, жрем. Жрем. Так, ты показываешь результаты, публикуешь. Выбрать игру. Что-то там Legend of Legend. Продолжить. Только вот на этот раз не на первом компьютере, а на втором. С пуп-фильтром и в ходе. Вот. Почему я-то? Блин, я хотел это вот этой вот бабище дать. Ну, тогда ты иди создавай видео, ладно, хрен с тобой. Создавай видео вот по этой игре тоже. Продолжить. По станции 2. Автоматически. Мутим какие-то видосы, мы бесполезные, конечно, но работать мы не работаем. Так, но у нас капнуло денежек, и мы вроде бы вписываемся. Новые консоли еще до кучи. Ты что хочешь сказать мне? Не важно, что ты хочешь сказать мне, ибо мне некогда. Блин, что у вас? Многовато. Мы сегодня устраиваем вечеринку, ты же с нами повеселишься, хорошо. Ты запиши видео. $300! Назначить. Блин, занята. Черт. Черт. Принимаем. Отлично, я отправлю тебе игру. Хорошо. Вечер добрый, я только что с магазина. Погоди, у меня мероприятие. А еще я, кстати, забыл выложить видос. Ну да ладно. Так, быстренько со всеми калякаем, с кем надо покалякать. Хорошо. $300, блин, очень много заказов на игры. Я боюсь, что я сейчас не успею записать столько всего. Но если мы сейчас успеем все-таки записать, то это же сколько всего я смогу потом купить. Это же можно будет обновить второй комплюктер. Надо второй комплюктер довести до состояния того, который сейчас, а тот, который сейчас, обновить до состояния просто шик-блеск в жопе треск. Так, здесь... Чего? Что-то там надо завести друзей? К черту. Достаточно я ухожу. Очень много заказиков у нас на видеоигрушки. Игрушки, надо нам срочно этим заняться. Смотри, одни видеоигры. Так. Что мы делаем? Да блин, твою же налево. У меня нету консоли. Но Nintendo Z вроде бы дешевая. Nintendo Z вроде бы дешевая была. $300. Если я не успею, я пролечу снова. Так, таланты. Выложите прохождение с лучшими советами. Подсказ одной из игр. Больше подписчиков, снимая кооперативы. Так, давай новый формат видео откроем. И я что-то не понял один нюанс. Я купил. И теперь могу ее записать. Ну вот и все, и давай пили быстрее. 4 дня у тебя на это все.
Почему я не могу? А потому что не было этой? Потому что не было приставки, нифига себе. Так, сейчас нужно срочно записать это видео, а потом смотреть, что нам еще вот это вот бабища скажет. А, я ее согнал с места, да? Я правильно понимаю? Черт, у нас теперь еще и место для игр нужно два. Но к такому же меня не готовил. А еще она, кстати, что-то какая-то поникшая. Видать, хочет то ли жрать, то ли пить. То ли фиг пойми чего. Новый уровень. И полное отсутствие денег. Нам нужно срочно успеть записать это видео. Иначе как бы гиги. Ну, 300 бачей должно прийти. Так, с одной видео разобрались. А мне вроде бы две давали. Блин. А для этого нужно Honor и PlayStation Free. Но Honor и PlayStation Free дорого стоит, по-моему. Блин, 500 бачей. Не, мы на таком не играем, конечно же. Тогда идем работать. За 45 баксов, видимо. Самая дорогая работа сейчас. Большое спасибо за публикацию. Так, $308 есть. Из долговой ямы вылезли. За этот самый. За этот месяц мы заплатим. Что дальше делать? Вообще не в курсе. Так, а игра-то, кстати... А, блин, тут нужно еще какую-то консоль. Геймплей что-то не зашел никому. Прохождение, вот, кстати. Запили-ка прохождение. Так, ускоряемся, спим, жрем, на работу и идем. Как-то солнышко, вообще все в говне. В новой квартире так надо жестко зарабатывать, что просто пипец. $17 задонили. Так, жрем. 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 3 дня жрали хлеб. Неплохой результат. Так, вот тебя неплохо бы чему-нибудь бы научить, но что-то мне подсказывает, что деньги нам не позволяют. Поэтому ты будешь просто клепать видосы. Вот по этой вот теме. Прохождение. Давай пили еще одно прохождение. Так, а тебе нужно что-то затвитить, иначе мы не укладываемся... Что-то давай твить. Так, доходы. Это не то, что нужно было сделать. Так, с этим хреном фиг бы с ним. 10 видео опубликуйте. А давай-ка, блин, она ушла, а вот пришла. У меня для тебя сюрприз. Что это? Что это? Что это? Это какие-то матрешки? Совместное видео. Давай замутим совместный видосик, родная. Ты же у меня такая хорошая, прям зайка. Молодец. Так, совместный видос. Каля-маля, каля-маля. О, авторская музыка. Ничего себе, чем мы научились делать, прикинь. Итоги игры. Краденое видео, что? Я научился, ребят, пиратить видосы чужие. Троллим. Вы получили достижение. Троллим, что этого достижения нет у остальных. Время до начала игры. Чего? Какое время? Вы нашли скрытый предмет. Монтаж. Фига, у меня тут Халиси какая была, видал? У тебя такой не было. А у меня была. Победный крик на вступительном ролике, но почему бы и нет? Вы нашли пасхалку. Ну, ищи ее всегда в этом месте. Вот. Главное меню.
Не знаю, что это, но пусть будет что-то связанное с VR. VR все любят, VR вроде бы клевая тема. Ну и в конце, конечно же, давай до свидания. А почему не могу? Потому что у меня всего одна лампочка осталась. Так, ты публикуешься? Денег у меня просто капец как много. И это, в принципе-то, прекрасно. Но пока у меня тут что-то грузится, мы пойдем поработаем. А еще, кстати, надо видео заканчивать это. Так. Почему она только дэнсит? Почему она... А, вот, пошла снимать видос, я так понимаю. Или нет? Что она делает? Ой. Нам нужно. Ой, капец, как много нам всего нужно. Ну. Почему-то хочется вставить все уникальные штучки. Ну пусть будет так. Что-то добавляем. Контраст, музыку, фокус. Да все добавляем, все что можем. Обрабатываем, монтажируем. Нанять помощника и дать ему компьютер была отличной идеей. Но мне хотелось больше, гораздо больше желания создать свою команду росло, а для расширения канала нужен был новый дом. Ни хрена ты предлагаешь мне уже переехать в новый дом? Но новый дом, я чувствую, будет дороговат. Я с нынешним-то еле успеваю. Блин, я опять провтыкал какой-то диалог. Так, совместное видео. Видео, совместное видео. Вот по этой вот игре кооперативчик. Мутим кооперативчик на хорошем компьютере. Почему бы нет? Дальше. Здорово всем. Так. В общем, это у нас крутой шутанчик для VR. Вот. Он, конечно же, вам понравится. Я вон уже тут всех нагибаю, но это естественно, ведь я очень крутой. Вот. Менюшка, конечно, говно, но а где иначе бывает? Правильно? Правильно. Вы нашли пасхалку. Вот такая вот пасхалка. Вступительный ролик просто класс. Блин, можно было поставить чего? Ну да и ладно. А у меня, кстати, всего 3 лампочки. Игра зависла. Разочарование. Итог игры. Смешной комментарий. А мне хватит вообще лампочек, чтобы закончить? Ну да. Вот. Монтируем эту всю хрень. И идем то ли спать, то ли работать, я уж не знаю. Пофиг, будет так. Я думаю, что делаешь, подожди, сплю. Дальше раз, два, три, жру. Дальше было бы неплохо. Что? Создать видео, наверное, было бы неплохо. Тихо. Она ушла.
Так, вот, создай видео, но на втором ПК. Вот видео по этой игре, прохождение на втором ПК. На ПК номер 2. Так, дальше. По финансам, что у нас тут? 64 доллара было окей. Мне предлагают прям... Привет, я твой сосед. Можно одолжить у тебя какую-нибудь игру? Ну, одолжи. Подписчиков стало больше. Так. Мне предлагают... Тысяча! Наймите помощника, купите новый компьютер и опубликуйте 10 новых видео. А что такое лучшее вместе? Загрузить на свой канал видео помощника. Не понял. А я же вроде... А, он сейчас как раз и делает. А, ладно, давай-ка мы с тобой. Поздравляем, у вас 100 тысяч подписчиков, вас пригласили на мероприятие, где за это дадут приз, не пропустите. Окей. Топовым на мероприятие мне будут вручать серебряную кнопку Ютуба. Блин, видос надо заканчивать, 45 минут уже прошло. Добро пожаловать на церемонию Ютуба, где награждают лучших ютуберов всех времен! Торжественно награждаем Зератула Дмитрия Дмитриевича за его вклад в деятельность YouTube-креаторов. Дмитрий получает аплодисменты за 100 тысяч подписчиков. Поздравляем! Хлопаем, хлопаем, ребят, этому задроту ютубовскому. Мы поздравляем вас с наградой. Да, смотри, вон серебряная кнопка. И надеемся, что ваша карьера ютубера будет дальше столь же успешной. Ебой. Серебряная кнопка. Конечно же, да. Конечно же, да. Конечно же, хвалите меня. Конечно же, хлопайте мне. Конечно же, восхваляйте. Так, точно. Все, я ухожу. Все, я ухожу и иду на... Вверх. А вот и кнопочка пришла. Она, кстати, целых 1,5 месяца идет. Если быть откровенным. Вот, давай улучшим вот этот компудахтер, ибо он вообще какой-то говяшечка. А я не могу, да? Я не могу, потому что она делает видео. Ладно, пойдем тогда работать. За 75. И желательно побыстрее. Это такое ощущение, что завершите серию, чтобы подогреть интерес. Как понять? А есть что-нибудь еще популярное? Нету? Только одна игруля у меня популярна. Как понять завершить? Очень странно. Такое ощущение, что нельзя больше 7 игр, 7 видосов по одной игре делать. Тогда нужно отправиться за покупками. Но для начала мы ускорим нашего челика, который обновляет нам компьютер. И здесь он нам сейчас купит что? Ай, как много всего надо. Ну, однозначно вот так. Однозначно монитор HD. Однозначно вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Все. Обновили этот компьютер просто на максимум. Записываем последнее совместное видео. А, подожди, я же там что-то пошел покупать. Я уже даже забыл, что. А зачем я сюда пошел? А, игру хотел купить. Нам нужна какая-то игра для ПК. Need Fast Morrowind. Вот, отличная игра. Всего лишь за 30 бачей.
Для тебя нашлась классная одежда. Получено достижение, я супергерой. А за что? Так, компьютер. И мышка, и микрофон, и вебка, и все есть теперь, я правильно понимаю? Отлично. Укомплектовали второй ПК. Теперь совместное видео. Да не с тобой. Шаг за шагом задание выполнено. Вот это видео почему-то мне уже не предлагает снимать. Говорят, типа, все. Как завершить-то серию? Завершите серию, чтобы подогреть интерес. Очень интересный парадокс. А, погоди, мне же игра новая должна была прийти. Вот. Теперь на новую игру мы мутим. Так, вот на нее, да? Нет, на нее. Мы мутим превью. Потом мутим совместный видосик. А еще, кстати, мне нужно сюда закупить микрофон. Вот почему она не может работать за меня и приносить мне бабки? Ну давай тогда тоже сделай какой-нибудь видосик на втором ПК. Видосик, вот. Ну, не знаю, ну вот по этой игре. А, подожди, ага, не тут-то было. Что-то я не догоняю. Вот. Геймплей запиши. На втором компьютере. Вот. Все, иди топай, мучи видос. А мы заканчивать видео сейчас будем. На стадии, когда мы очень устали и хотим жрать. И надо, кстати, будет немножечко пофлиртовать. Вы улучшили отношения с Холл. Награда уже в пути. Так, нам нужно улучшить еще и этот компьютер. А для этого компьютера нам нужен нормальный микрофон, нормальную программку для монтажа. Беспроводная клава. Боже, какая дорогая вебка. Так, ну ладно, на всякий случай не буду тратить слишком много, а то я знаю эту игру. Потом окажется, что я профукаю что-нибудь где-нибудь. Нам отправили какую-то супер-мега-пупер-дупер игру, то ли для монтажа. А, погоди. Нет, нам что-то должны были доставить. Ай, ладно, короче, не знаю. Дальше едим раз, едим два. Поговорить, отредактируй мое видео. Хорошо, 100 бачей. Так, придется самому. Так, сейчас едим раз. Публикуем два. Это делаем три. Записываем видео за бабки четыре. Нет, никакого кино мне некогда. А ты создай видео по той вот уже устаревшей. Но до сих пор не оконченной игре и замути прохождение на втором компьютере. Пускай, чё, не по самой популярной игре, пускай делает... помощник. Вечер добрый, зайка, я только что с магазина. Давай. Чё по времени? Ой, срочно надо заканчивать, засиделся стример. Ну что-то прям затягивает, ребят. Давай, короче, последний видос. Что я так не вылезу. Так, публикуем. Сотка долларов заработана. Идем работать. Работать за 75 продавцом. Подписчиков у меня дофига. И, кстати, новый левел. А новый левел это новые очки, а новые очки это новые карточки. Открыто новых карточек 6. Новые предметы декора.
Правда, очки харизмы ниоткуда не берут. Спасибо, что делаешь это для меня. Было даже непонятно, с чего начать. Так, ну и 100 бачей. Ну и вот и все, ребят. На этой ноте можно и заканчивать. Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу Кассов, чтобы отлонить себя в Дискорд. Оформляйте спонсорку, чекайте мой Телеграм. Удачи в играх и не только. И грустно, ребят. Грустно, что нельзя, как в этой игре, просто нажать кнопочку, чтобы все автоматически записалось с помощью помощника. Поэтому работаем по старому дедовскому методу, записываем видосы сами. Всем спасибо и пока-пока.